Произведение исполнено в Мюнхене, куда художник был командирован для работы над живописным циклом картин о Туркестане, частью которого стала героическая поэма «Варвары». Верещагин не случайно называл серию «Варвары» поэмой в картинах, намекая на ее близость к эпическому литературному жанру. Зритель должен был рассматривать живописные произведения последовательно, перемещаясь от завязки через кульминацию к эпилогу. Поэма в семи картинах повествовала о гибели русского отряда в степях Туркестана. Почти каждое полотно сопровождалось развернутым комментарием в каталоге выставки. Некоторые содержали короткие и лаконичные тексты на рамах. Так литература дополняла живопись. До Верещагина подобный прием серийности имел место лишь в книжной иллюстрации. Произведения торжествуют, по времени действия следуют за полотном, представляют трофей 1872 года и относятся к событиям, происходящим уже после гибели русского отряда. На картине изображена центральная площадь Самарканда, Регистан, в переводе с персидского «место, покрытое песком». На площадь выходили три медресе – Улугбека, Ширдор, Шердор и Тиля-Кари, составляющие красивейший комплекс исламской архитектуры 15-17 веков. Верещагин представил лишь одно из них – Ширдор, имеющий львов, с мозаичными изображениями змеей над главным порталом. Композиционным центром полотна является мулла, окруженный толпой местных жителей. Указывая на небо, он о чем-то увлеченно говорит, призывая высшие силы свидетелей. Возможно, речь идет о газавате, одной из форм священных для мусульман – войн за веру. Народ внимает ему, затаив дыхание. Зритель, увлеченно разглядывающий восхитительное медресе, декорированное голубыми изразцами, яркие бухарские халаты, необычные атрибуты дервишей, животных и людей в различных позах, не сразу понимает, что картина о войне. Амула стоит перед едва различимыми шестами с отрубленными головами противника. По воспоминаниям Верещагина, среднеазиатские воины после удачного боя получали в награду по дорогому халату за каждого уничтоженного противника. Враг считался убитым только в том случае, если его отрубленная голова представлялась эмиру. Так в погоне за трофеями некоторые воины Бухарского эмирата не брезговали даже давними трупами русских, отрубая и им головы в свою пользу. Эмир назначал день благодарения высших сил, в который награждали отличившихся воинов, а головы врага выставлялись на площади на показ народу. Возможно, поэтому авторские тексты на раме картины гласят «Торжествуют, так повелевает Бог, и нет Бога, кроме Бога». В каталоге выставки художник отмечает, что надпись на раме цитирует Коран. Конечно, живописец не мог быть свидетелем подобной сцены на площади Регистан, где в то время находился базар. Но в период военных действий в Туркестане Верещагин нередко встречал оставленные трупы русских солдат с вырезанными из плеч головами, которые неприятель увозил в сумках на седле. Площадь Регистан с того же ракурса изображена на картине «Медресе Ширдор» на площади Регистан в Самарканде 1869-1870 годы,
что позволяет читать ее этюдом, послужившим материалом масштабному полотну, торжествует.